Всем привет! Как вы знаете, основное, чем я занимаюсь на данный момент, это льготная и бесплатная программа стерилизации. Я покупаю расходные материалы для стерилизации, наркоз, нитки, пеленки, а люди оплачивают работу только врача. 1100 рублей за кошку и 500 рублей за кота. Но есть кошки, за которых платить некому. Это бездомные кошки, которых мы ловим и стерилизуем с 2021 года. Как вы видите по моим постам, котят стало намного меньше, но все еще есть кошки, которых нужно стерилизовать, чтобы остановить смерти котят от болезней, людей, жары и холода. По пятницам я делаю сбор на стерилизацию, когда есть бездомные кошки. Сегодня именно такой день. По возможности, я очень прошу помочь стерилизовать бездомных кошек и остановить массовые смерти никому не нужных котят. Заранее спасибо.